Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Prehistoric Kingdom. Как вы поняли из названия ролика, это да, сегодня мы выведем спинозавра. В принципе, спинозавр уже вышел давно, но вот пришло наше время, наши лапки наконец-то дошли до него, и сегодня мы поместим его в наш парк SkyTop Games Park. Вольер уже готов, Накидал я немножко тут разных водных биомов. Надеюсь, ему очень понравится. Положил, хотел сказать. Поставил две кормушки с рыбой. Короче, одна кормушка с рыбой, одна с мясом. И вот такой бассейн с водой. Так, водичка. Сделал ему водички. Я не знаю, наверное, надо будет еще, конечно, переделывать. Спинозавр обитал в очень больших водно-болотных угодьях. Так что, ладно, короче, посмотрим. Замануху для людей я сюда сделал. Я специально поставил здесь еще ресторан и пару-тройку магазинов. Да, народ вроде сюда подтягивается. Еще провел дорожку от третьего главного входа. Так, сейчас, короче говоря, что далее? Сейчас спинозавр у нас уже готов. Он уже, так, открыть лабораторию генетики. Спинозавр, он у нас где-то есть уже, да. Его слот разведения, вот. Имя у него Сэд. Не знаю, короче, сет. Так, у уранозавров я немножко поменял биомы. Посмотрите, им даже вот даже так лучше, на мой взгляд. Смотрите, я убрал всю отсюда траву, раскидал песочек. Вон они там нежатся, все прекрасно ходят. Кайф, короче, кайфуют, Народу много, уже почти 2000 посетителей. Блин, 4,5 рейтинг звезды, да, нашего парка. Так, что еще хотел, сказать? А, ну да, собственно, Аспид. Товарищ Аспид, за лучший комментарий под прошлым роликом ты попадаешь в наш зал славы. Вот он, собственно, этот комментарий. Ну а за лучший комментарий под этим видео вы попадете в новый зал славы, который мы, наверное, расположим где-нибудь вот здесь рядышком, да. Короче, самый крутой комментарий будет, человек с крутым комментарием попадет в наш парк. Все. Далее, прежде чем мы приступим к нашему спинозавру. Так, карха там нормально. Все у него good, все хорошо. Хочется сказать некоторые новости по поводу, простите, будущего обновления. Так, мы идем сейчас вот сюда. Для тех, кто не знает, это группа ВКонтакте. Собственно, я вам ее советую. Prehistoric Kingdom, ссылочки в описании. Здесь вся важная, интересующая вас информация, если вы играете Prehistoric Kingdom, всегда обновляется. Хороший админ. Всем советую. Собственно, что нас скоро ждет, и говорят, уже даже в феврале. Давайте прочитаем, а потом уже перейдем в спинозавр. Механика стадного выпаса уже почти готова. Поэтому появилась небольшая вероятность того, что ее успеют подготовить уже к выходу обновления в следующем месяце. Обновление 10, ребят. Благодаря этой механике некоторые виды травоядных животных, которым свойственно это поведение, будут сбиваться в стадо. Отчасти этого очень не хватает, и это очень классно, на мой взгляд. Вместе перемещаясь по отведенной им территории в поисках пропитания. Представляете? Отдельные виды будут сбиваться в стадо. Не просто бродить, как зомби, да? Для каждого вида будут отведены свои лимиты, даже подобных стад или групп. По мере развития игры и социальных требований животных в дальнейшем, в таких стадах и группах будут проходить свои разнообразные процессы. Интересно, Начиная от соперничества самцов за самок, заканчивая разборками целых стад и конкуренции видовых и межвидовых групп в случае недостатка ресурсов. Ну что ж, это вдвойне уже будет усложнять нам игру. И это классно. А по поводу размножения. Да, размножение в игре планируется. Но не совсем так быстро, как вы хотите. Так, чувствую, скоро нам вольера надо будет переделывать. Угу. Под отдельные виды. Не знаю. Посмотрим. Короче, ладно, давайте выводим нашего спинозавра. Сет. Спинозавр Сет. О, он мне очень напоминает динозавра из Path of Titans. О, мощь.
Мощь. Мощь, я скажу вам. Вот это махина. Какой он красивый. Ля красавица. И куда мы идем? И куда мы идем? Рейтинг парка сразу, кстати, растет. На 1/3 вырос. Просто бродит. Он просто бродит. Он копает землю. Крабики, крабики. А где крабики? Да, смотрите. Он якобы нашел какого-то краба или что-то. Я не знаю, что он вынул. Но это же всем известный факт. Так. Невероятно. Он идет к кормушке с рыбой. Он будет есть рыбу. Ух. Ух. Не зря, не зря я поставил кормушку с рыбой. Интересно, мясо он будет просто есть? Просто мясо, большие куски, нифига себе. Там трайка, что ли, разрезали на несколько частей. Оу. Малый, малый, хороший. Как он мне нравится. Явно это одно из чудес света в нашем парке. Одно из самых, наверное, лучших сейчас, на мой взгляд. 2000 человек. Статистика. Вы только посмотрите. 2000 человек. Явно спиныч нашему парку сделал просто охеренный рейтинг, я вам скажу. Охрененный рейтинг. Шипит, зараза. Пожалуй, я включу свет. Я хочу понаблюдать за ним. Он идет к воде. Он должен плавать. Я вроде бы сделал глубокими достаточно. Ну, где-то на 1-2 метра. Чтобы спинозавр там бултыхался и все было хорошо. Нет, он идет к кормушке с водой. Он идет пить воду. Надо ему, наверное, самочку будет в следующий раз сделать. Раз еще и типа гнездования ожидается, самка необходима. Он смотрит на меня. Блин, анимации вообще прекрасно, мне нравится. Дизайн хороший, дизайн очень хороший даже. Слышите, да, как он клацает так? Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Так, ладно, давайте посмотрим по биомам. Нам нужен тропический, приморский. Так, подсказчик, ты мне постоянно мешаешь. Так, ему нужно больше воды, больше воды. Начнем с нее. Начнем с нее. Размер чуть поменьше. Еще. Еще меньше. Так. Можно даже, наверное, глубину чуть побольше сделать. 1-2 метра. Вот так. Биомы у нас утонули. Биомы у нас утонули. Но нам нужна вода. Спиныч любит воду. Больше воды, больше воды. Ох, он там что-то шиперит, что-то шиперит, кричит. Больше воды, прекрасно. Я думаю, вот так в самый раз. Так, тропические биомы. Пастбище, пустыня, кустарник, умеренный, прибрежный, тропики. Тропики, плотность поменьше. Плотность намного меньше. И посмотрим. Отлично. Так, далее, что у нас? Приморский. Луговой. Луговой, это у нас, по-моему, пастбище, если я не ошибаюсь. Плотность поставим меньше, размер также меньше. Отлично.
Биомы, ну блин, биомы у нас сейчас немножко в минус пойдут. Приморский. Водно-болотные. Прибрежные, прибрежные. Немножко кустарников, наверное, плотность вообще минимальная, 5%. Пару кустиков, как говорится. Ну, нормально, да. Биомы, конечно, чуть-чуть. А, у нас лесной массив здесь где-то расположен рядом. Так я же вроде все уничтожил, все, что не нужно. Ну, ладно. Посмотрим за спинчем. Невероятно. Какой же он красивый. Элегантный, я бы сказал. Анимация немножко неправильно поставлена. Он нюхал под водой. Он засунул морду в воду и нюхал там. Как-то странно. Так, он поплывет, он должен поплыть. Нет, он просто идет по дну. Может быть, углубить здесь? Сделать чуть глубже, подождите. А, глубина 3 метра. 4, 3. Давайте 3 вот здесь сделаем. Вот так. Даже больше, 4 метра глубину. Етить корень. Отлично. Даже 5 метров. Даже 6 метров. А мне кажется, как будто отчасти ничего не изменяется. Вот так больше. Красавец. Красавец. Посмотрите, рейтинг как парка увеличился. Невероятно. Сюда надо, короче, людей загонять, да. Так, а мне интересно, я ему поставил здесь вольер, он будет спать или он постоянно будет бродить? Но это уже посмотрим в следующей серии, когда мы выведем к нему самочку. Вот. Собственно, палец вверх, подписка на канал, все дела, ну... Ты знаешь. До встречи.